Это же знакомые мне лица. Маня. Ты меня за руку ловил, волчина позорный? Красивый, Маня, у тебя браслетик. Еще бы. Браслет старинный, цены немалой. Сколько платила? Выкупная вещь-то. Наследство это мое. Память мамочкина. Как же так, Маня? А ты в прошлый раз говорила, что мамаш своей не помнишь. Ну что, я не отказываюсь. Память мамочкина мне папа передал, погибший на фронте. И он чей на войну сказал. Береги, доченька. Думаю, про маму твою ничего не скажу, не знаю. А папашку твою героического видеть приходилось. На фронте он, правда, не воевал. Но шнифер был знаменитый. Громил сейфы, будто косточки из компота. Наговаривайте на нашу семью. Грех это. Да, девочка. На этот раз вляпалась ты крепко. Это почему ж? Браслетик этот, вещицу дорогую и старинную. Третьего дня с убитой женщины сняли. Это что же, за чей-то барахловый браслет мне под расстрельную статью? А что ж тебе за него, талоны на усиленное питание? Угробили вы женщину, пыхтеть за это придется всерьез. А потом я тебе сказал, это нас не касается. Ты же у меня первый день знаешь? Я сроду с мокрушниками дела не имела. Было, помню, но ведь время идет, а? Откуда я знаю? Может быть, убила ты женщина, браслетик ее себе на руку? Да нет, нет! Валька Копченый вчера подарил! А? Да кто мне поверит, сама подумай, бильберда какая! Ну что же мне делать? Ну, я не знаю, ну сесть да написать, где, когда, при каких обстоятельствах вор, рецидивист Бесяев подарил тебе этот браслет и все. Написать? А он меня потом за это... А дружки? Они как узнают, что я его заболела, сразу меня на ножи поставят. Поставят, как пить дать. Только ты еще скорее случится, если ты не перестанешь шляться по их хазам да малинам. Ну ладно, некогда мне с тобой разговаривать, мне домой пора. Скажи, ты будешь писать? Да! Буду. Чего мне за него отвечать? Он меня что-то по статью не подвел, а я тут за него пыхти. Вот это мысль, Маня. Я вижу, у тебя начинает просыпаться гражданское сознание. Ой, да чихай на твое сознание. Облигация или облигация? Облигация. Че? Какая облигация? Я, Манька, облигация. Да ты что, с ума сошла? Пиши Якол Иванову, Марья Афанасьевна. Закопался промеж картерников, как хлоп в ковре. А мне тоже нет резона за чужие дела здесь опариться. Только Копченый мокрушничать не станет. Не такое у него воспитание.